конечно, это не пик формы. Я считаю, что мог даже сыграть где-то лучше в некоторых моментах. Были, конечно, грешности. И мог, ну, серьезно сыграть лучше. А так, ну, согласен, что довольно-таки хороший матч в исполнении нашей команды. Насчет своей игры, ну, потащил все, что смог. Первый сухарь на взрослом уровне. Именно в костромском футболе. Очень радует, что против такой сильной команды, как Соколов, я думаю, что буду еще прогрессировать. Что могу сказать? Это конец. Конец огромной поучительной истории. На данный момент я больше не игрок Динамо Кострома. Многое нашел друзей, встретил классных футболистов, и все в Динамо. Но вы 10 лет закончились именно так. Хочется сказать огромное спасибо тренерам и парням. Пока, парни, но не прощайте. До скорых встреч на поле. Боже, на 5. Снова, опять, еще раз.